Всем привет! Так, сегодня 30 декабря, еще чуть-чуть и Новый год. Ух, как некрасиво, да? Зеленая вниз пошла. Это вчера я поиграл ночью. Да уж, ну последние дни не складывается. Это, наверное, последние две сессии. Неприятно, конечно, играть относительно в ноль я отыграл, но ушел в минус 40. Ну, давайте 7 дней посмотрим. Я не помню, играл я или нет. Да, 5000 рук. Шорт дек штука опасная. Ну, как-то так. Должен был заработать 58, заработал 26, 25, да. Некрасиво, но ничего. Главное держать себя в руках, не скакать по лимитам. Итак, максимум на счету у меня было 2168, кажется. Как видите, больше 50 пошел в минус, но это ничего. Запас есть. Продолжаю катать микролимиты. Сегодня я подумал, что можно попробовать. Я никогда никакие лесенки не проходил. Сегодня можно поиграть. Ну, сыграю несколько столов NL2. Когда удвоюсь, типа, то перейду на NL5. Если получится заработать, то сяду NL10. И если также удвоюсь на 25-ку, то поиграю NL25, попробую. Посмотрим, как пойдет. На счету было 2.112, да? То есть как-то 2.115 будет, если будет. Тогда и сяду на NL5. Шестерки пас. Двусторонка. Хочу немножко банк раскрутить, вот. К сожалению, не попали с король валет. Придется сдаваться. Десятка не пришла. Блефовать не буду. Вот десятки, короли.
Попробуем. Ладно. Наверное, поехали. 60 анте. Ох, как некрасиво, ну ладно. Проиграли 5. Место занято. К сожалению, давайте еще присоединимся. Регуляров пока нету. Могли бы и поиграть. Погриндить. О, есть, вообще-то есть регуляры, но... Пока скучная игра, мало интересного происходит. Итак, префлоп all-in вдвоем, ну давайте я полезу 110. Нехорошо попал под доминацию, нужна десятка, или валет в крайнем случае, девятка. Это не они. Еще проиграли. Лесенка в ад. Не получается пока что. Туз или дама нужна. Спасибо. Немножко отбил, но все же это пока еще минус. Ухожу из этого стола, так как вообще это запрещено набивать фишки себе в GGKR таким образом, не знаю. На форуме читал, что аккаунты там банили у парней. Ну ладно, фолд. Девять, десять, можно и поехать, в принципе, но
Против Тускороль мы едем коинфлип примерно. Но вот против пар, против оверпар мы гораздо хуже стоим. Так что в среднем это плохо. Еще против двоих можно. Они там блочат руки один у другого. Но я как бы еще value собираю из каких-то 9x, валет 10. Ну, кстати, я блочу валет 10, но... Ну, давайте чек-кол скорее сыграю. Хотя флеш закрылся бигдорный. Король. Ну, если сейчас запихнусь и удвоюсь, то тогда уже иду на NL5. Думаю, заработал уже. Ну, я не смотрел по кассе, но чувствуется, что еще... Около нуля. Трипс. Ну, чек. Еще один флешдро подъехал. Уже буду ставить. Кол. Кол это хорошо. 9-8 закрылось. Добираем с валета. С десятки. Интересно, что будет уже в январе на GG. Новые лидерборды. Возможно, с этим флипаутом что-то порешают. Смысла колить здесь нету, хотя и есть у меня туз пик. Ставка большая. Ну, пихнем. Чего уж там. Я думаю, думаю сыграть кол. Так мог поехать как туз король, так и 10-9. В банке уже насыпано много фишек. 78 в 82, это, считаю, это около нулевая ситуация против него. Вот. Мы едем примерно коинфлип. Еще и два раза, прекрасно. Надеюсь, поделить. Еще и не потратили ауты.
был шанс забрать все, но и так неплохо, я считаю. Забрали мертвые деньги, поделили. Плохой терн. Он продолжает ставить. Нужно сдаваться. Так. Новый игрок атакует. Дадим ему атаковать. Пожалуйста, кол. К сожалению, не закрылся фулл хаус, но... Он остановился. Возможно, ну... Валет 10 закрылись, но... Сомневаюсь, что он играл бы чекрейс здесь. Доберу. Попытаюсь, точнее, добрать немножко. Есть кол. От туза слабее или от девятки? От девятки. Ну и дама еще доехала. Здесь тоже стрейт. Добираем. Даже не знаю, на рейс пришлось бы выкинуть хотя бы дорные десятки. Это все новые игроки, поэтому я такой смелый против них. Если бы против регов, я скорее бы так не играл. Но здесь пихну туз-король. Итак, сет шестерок, но 10-9 закрылись. Правда, много дам есть, еще флеш-дро, поэтому продолжаем ставить. Но 10-9 это вполне вероятно. Итак, туз-король или десятка. Нас здесь заколили. Валет. К сожалению, проиграли. Я не видел, он просил два раза или нет. Нет, он один раз решил поехать и удвоился. Молодец, молодец. Овербет. Тут валет поеду одномасные. Против любителей. Рейжу 12 увеличенным сайзом. Против новых игроков они могут заколить. Так как им нравится, здесь все руки красивые для... Если ты пришел только с холдема, даже туз 8 одномасные, они бы поколили, скорее всего. Но я здесь сдаюсь. Попал я в ловушку. Ухожу из этого стола. Thank you.
Поехали. Давай, кол. 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 Есть кол. 10-7. Хороший кол. Отлично. Один раз еще едет. Поймал свои две семерки. Молодец. Но не получилось у него. Смейся, смейся. Молодец. Молодец. 10-7 это именно то, что надо. Я там проиграл, здесь выиграл, так что я опять, наверное, около нуля. Тузы приятно, нужна удвояшечка и уходить. Нет. К сожалению. Давайте посчитаем кассу. Эти остатки я сниму. Было 212. То есть должно быть 215, чтобы я перешел. Две пары, отлично. Ну, мы еще можем быть биты, но... Рейзик побольше. И пеханина на терне. Как раз пот. Ну, хорошо. Неплохо. Давайте ситаут нажмем. Посмотрим. Итак, по 2 доллара у нас. 6 долларов плюс 208. Ну, почти 15. Ну, давайте уже. Переходим на NL5. Два столика открою. И сразу же короли. Репуш. Я никого не буду заманивать колом или еще что-то такое. Просто еду. 9-8, отлично. Мы фавориты. Десятка, естественно. Хороший старт. Хороший старт. Минус 3 бакса. Это шорт дек. Агрессивный парень. Ну, едем. Ладно. Против Джанкоя едем. Давай два раза. Просто мертвые деньги были. Держим. Хорошо. Хорошо. Отлично. Типа, плюс 2 получается доллара мы заработали. Уже надо 5, еще 3 доллара. Так, мне надо, чтобы на счету было 220. Два гадшота. Холдами это называется Double Belly Buster, если помните. Стоит ли один раз вколить? Я думаю, да. Вообще, да. Ну, теперь уже все, видимо.
закрылись в фулл-хаусы. Кол, хотя там могут быть короли, тузы, туз-король. Здесь едем с туз-король. Надеюсь, не против тузов хотя бы. Еще короли терпимо, это против королей туз-король коинфлип. Есть немножко мертвых денег, так что против королей нормально. Дама валет, ну. Давай хоть два раза. Нет, он рисковый парень, хочет один раз играть. Туз есть, не десятка, ну ладно. Хорошо. Не знаю, есть уже, кажется, есть, да? Давайте посмотрим. Итак, у нас $10. И здесь 10. Все. NL5 прошли. Пробуем NL10. Давайте сейчас в настройках. Где эти настройки? Buy-in. Авто. Докупку отключим. Я думаю, так это сработает. Не придется считать, а просто играем до $20. Хорошо бы до 25, чтобы перейти на NL25. Понятно. Девять восемь. Поехал. Молодец. Урыл сет тузов. Ну, пишет ему идиот, но не факт, не обязательно. Зачем, я не понимаю, игроков, которые, ну, типа хорошие игроки, там, типа хорошие и как бы плюсовые, и когда выставляются с тузами, их переезжают какие-то 9-8, 10-7, они злятся, пишут, что это идиоты, но... Как вы не понимаете, что благодаря таким игрокам вы и держитесь в покере? Вовочка, Вовочка. Ну, 47-55, надеюсь, не туз-король, не туз-дама. Туз-король, ну, ладно. Не хочет два раза. Понимаю. Кстати, это минус 5 баксов было, если что.
Хочется докупиться. В коротких стеках гораздо легче играть. Наверное, открою еще NL10, потому что это долго ждать будет, нам придется. Еще один столик. Мне надо заработать, получается, $15. Это от 120, 135 должно быть на счету. Ну, только оверпары. Ну, туз король, туз дама. Часто я буду, ну, я буду пытаться здесь украсть банк. Не думаю, что он готов выставляться по 100 блайндов. Ну, у него не 100, ладно, по 75. В банк 12. Понятно. Оверпара скорее. А, я мог пихнуть. Я привык, что у меня полный стек. Я бы сейчас вгрузил all-in, а не это вот все. Ну, чек. Ладно, ставим. Я хотел сыграть чек-рейс. Там случайная рука в чеке. У нас нац мог быть. Помним, что в чеке Баттона там просто рандомная рука. И сейчас наши туз 10 хорошо стоят, там разные десятки есть. Ну, есть несколько королей, конечно. В чек-коле терна у хаус, разве что с королем, наверное. Дама валет доехала. Но дама валет могли порейзить при флоп. Там десятка слабее, да. Можно было еще добирать десятки. Конечно. Но я все равно бы сыграл чек-кол. Могли быть еще блефы. Король дама закрылись. Понятно. Thank you.
Неплохо. Хотелось бы джекпот на NL10 поймать. Если на NL5 780 долларов, тогда 1500 где-то на NL10. Ну, сразу туз-король. 84, возможно, захочет поехать какой-то король-дама. Давай по 50. Есть мертвые деньги, не захотел. Играл на NL2, теперь NL10. Молодец. Ну ладно, пас. Нужно было и кол сыграть. А еще позади BIOS. Хотел колить один раз гадшот за треть. Не думаю, что он два раза чекает короля. Две пары. Дама 10, 10, 7. Король 8. Ну, такую, да. Молодец. Минус 2.50. Это мы тихонечко, аккуратненько пихнем. И эту тоже. Вот такой недопуш. Как бы пуш и как бы не пуш. Много мертвых денег, посмотрите, 3 по 7. Прекрасно. Легкие деньги. Скоро придется заканчивать. Я думал, это как-то получится быстрее. Еще продолжу в следующий раз от того, что есть сейчас. Лесенку свою. Гадшот. Гадшот — это уже что-то.
Превратил руку в блеф. Никакую руку. Сыграли просто чек. Чек-чек, флоп и терн. Извините, 9-8 закрылась. Крупная ставка. Там или сет. Или действительно 9-8. В банке уже 8 было у меня. 90. Залудоманим 7-6. Не получилось. Возможно, ловушка, так что чек. Давайте мелкую. У меня есть много шестерок в чеке. У меня практически все шестерки в чеке. У меня плохой кикер, поэтому я фолд. Жалко стэк. У него маленький. Неприятно. 9-8. Ну ладно, я доберу все же мелкую. С каких-то туз 9. С 9-7. Два гадшота, 7 или валет дают стрейт. Ничего не дало мне. Изображаем девяточку. С первой 7, тут 10 не буду уравнивать. Неохота. Король плохая, у него много королей. Даже с двусторонкой я не буду лезть. Один раскол не обязательно, конечно, но... Ну, такую мелкую будем равнять. Гадшот появился. Также шестерка дает мне. Ладно, фолд.
Если он не боится ставить в двоих, тогда скорее сильная. Не то чтобы по силе сильная, но по сути сильная. Молодцы, ребята, все выбросили. Супер. Ну, это совсем мелко, я не понимаю, что он изображает. Там случайная рука, там и валет 7 могут быть какие-то. Кол 9-8. Пуш. Стрейт закрылся. Так, стрейт с флопа. Это минус стэк. Да, Санта. Хорошо, хоть мастями мы попали. Ура, это не минус стэк. Короли, попробуем сыграть лимп-пуш. Это не новый игрок, это регуляр. К сожалению, не было рейза при флоп.
Неприятно. Это печально. Тридцать 55% превращаются в ноль. Давайте угадаю, в ноль. В ноль. Ладно, не получилось. Лесенка, будем заканчивать. И здесь уходим. Остались при своих. Ну что ж, ну как для первого раза, интересно. Скоро попытаюсь снова. Ладно, всем удачи, до свидания.